Всем здравствуйте! Вы на канале Деревенские посиделки. Сегодня я хочу показать, как посадить сельдерей листовой на рассаду. Значит, до этого я снимала видео черешковый сельдерей. В принципе, разница небольшая. Способ один и тот же. Значит, что нам потребуется? Нам потребуется вот такой вот контейнер. Небольшой, заполненный землей. Примерно сантиметра 2-3. Значит, земельку нужно увлажнить в обязательном порядке, чтобы она была влажная. Вот так вот тихонечко ее полить теплой отстойной водой. Значит, желательно она уже должна быть либо фильтрована, либо без хлора, отстоявшаяся несколько дней. Дальше мы берем семена сельдерея. И сейчас начнем таким образом. Сейчас распечатаем и начнем сейчас высевать. Что вот здесь пакетик без дополнительного пакетика, то еще бывает там внутри, здесь сразу семена находятся. Вот они такие вот мелкие у сельдерея, похожи на семена земляники, вот такие вот маленькие они. Вот, значит, каким образом мы их будем высевать. Так вот брать и вот так по поверхности аккуратненько разбрасывать. Сейчас я вам покажу, как это будет смотреться сверху. Так, стараемся разбрасывать равномерно. Вот. Так, сельдерей приходится высевать рассадой, потому что растение имеет очень длительный срок созревания до зрелости, когда его уже можно использовать. Это 105 дней. Поэтому, сами понимаете, при нашем коротком лете, вообще 3 месяца летних, да и то еще не все из них подходящие по климату для такого растения. Вот получилось у нас вот так вот семена примерно распределены по поверхности земли. Значит, что мы делаем дальше? Дальше мы накрываем контейнер крышкой плотненько, чтобы там был эффект парничка, и ставим в теплое место. У меня вот стоит вся рассадка на окне. И с освещением, чтобы место было, он всходит только при свете. Вот тут у меня стоит черешковый сельдерей. Значит, рядышком у меня будет сходить листовой сельдерей. Сходы появляются примерно на 6-7 день. Потом уже будем их пикировать в отдельные контейнеры. Дальше я вам буду показывать. Всем хороших урожаев. До свидания.